Друзья, дайры современных компьютеров для вывода и ввода информации ВВМ использовалась перфолента. Специально было создано устройство, называемое ленточным перфоратором, с помощью которого информация набивалась на перфоленту. Показанный на фотографиях перфоратор PL150M был абсолютно не компьютеризированным устройством. В нем находилась только механическая часть и блок питания. Все остальное делала электронно-вычислительная машина, которая подключалась к этому перфоратору. Давайте я покажу вам вскрытый PL150. Вот видите, в нем находится блок питания, двигатель, который является приводом для всех механических частей. И слева вы видите сам блок транспорта и набивки перфоленты. Сам механизм пробивки перфоленты представлял из себя вот такой блочок, в котором вверх-вниз могли ходить 9 вот таких вот штырей из особо прочной закаленной стали. Они-то и пробивали перфоленту. В середине этот блочок был набит специальным синтетическим материалом, который пропитывался маслом. Периодически необходимо было смазывать этот блок, чтобы трение было меньше, не нагревалось и не застревали эти иголочки. Вот на такую высоту эти иголочки могли подниматься. Снизу стоял вал, который стукал снизу по иголочкам, и они пробивали перфоленту. И еще одно интересное устройство для работы с перфолентой хочу вам показать. Это ручной перфоратор. Вы видите, в нем можно выкрутить два штырька, ручки которых торчат вниз. Заложить ленту. Вот эта крышечка открывается. Сейчас вы увидите. Вот так вот. И штырьками корректировать программу, где надо пробивать тоненькую дырочку, где надо толстую. Дорожка из тоненьких отверстий обычно обозначалась синхродорожка. Вы видите ее четвертый сверху. Так, представляю вам привод от PL150M. Так, состоит из двигателя KD62/45P. Вот он крупным планом. Его шильдик и вентилятор для охлаждения двигателя, потому что он грелся. Трансформатора Т2-25-25-043. Двух конденсаторов на 2000 микрофарад по 50 вольт. И одного конденсатора для запуска двигателя 4 микрофарада на 500 вольт. Коммутационные разъемы все на месте. Двигатель подключен. То есть никто никуда не лазил. Все как было родное, так и есть. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.